Прежде чем начать обсуждение вопросов подготовки к праздничным мероприятиям, посвященных юбилею Победы, глава города Хасаюрт Сагит Паша Алмаханов и глава администрации Арслан Арсланов провели церемонию вручения диплома лауреату премии по поддержке талантливой молодежи, установленной указом президента России, воспитаннику Хасаюртовской школы искусств Джамбулату Агаеву. Диплом подписан министром образования и науки Российской Федерации. Молодец. Завтра, 6 мая, если погодные условия позволят, в городе пройдет очередной общегородской субботник, объявил глава администрации Арслан Арсланов. Этот субботник станет завершающим мероприятием для очистки города к празднованию Победы. Если вдруг, значит, погодные условия вмешаются, значит, мы субботник проведем 8 числа. Потому что 7 у нас мероприятие, и эстафета, и торжественное мероприятие, и часть наших детей уезжает на парад наследников Победы. Сегодня, значит, Руслан Иванович, вам и всем, значит, тем, кто участвует в субботнике, наши студенты, всем обеспечат известь, пакеты, чтобы вы были в курсе. Да, нам погода на встречу, может быть, не идет, может быть, это и к лучшему. Может, сегодня перестанет дождь идти, завтра, послезавтра, ближе к праздникам. Но в любом случае, ход, час хорошей погоды, надо белить, красить, и все должно быть на готове. Традиционный парад Победы, который состоится 9 мая, в этом году, по словам ответственных лиц, пройдет с особой красочностью и организованностью. Участие в нем примут все муниципальные служащие, учащиеся учебных заведений, работники всех управлений, организаций и предприятий. Вопросов, которые вызывают озабоченность при подготовке, нет, отметил заместитель председателя собрания депутатов Мухаджир Салахбеков, докладывая об общей ситуации. Культурная программа к празднованию готова, ремонтные работы на месте проведения парада также завершены. К концу совещания за активное содействие в проведении мероприятий в рамках программы по повышению правовой культуры молодых избирателей на территории города Хасаюрт, приурочено ко Дню молодого избирателя, председатель территориальной избирательной комиссии города Ибрагим Дадаев наградил работников средств массовой информации. Аджиева Сабина, корреспондент телевидения «Гелиус». Накаев Санат, телеоператор ТВ «Гелиус». Игорисов Идрис, корреспондент ТВ «Гелиус». Болатханов Мажит, телеоператор ТВ «Гелиус». Кункеров Камиль, фотокорреспондент газеты «Дружба». Голодова Ирина. Заира Магомедова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».